Хочеш миру? Готуйся до війни. Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Ми пропонуємо вам поринути у вир італійської моди. Наша модель тендітна, гарна і дуже зваблива. Бенелі Супернова у нашій сьогоднішній програмі. З розвитком наукового прогресу та розробкою сучасних матеріалів інженерна думка спромоглася внести нову моду навіть у такі сталі напрямки, де, здається, вже нічого міняти і вигадувати. Гладкоствольні рушниці, незважаючи на свою консервативність і тривалий період перебування на службі у людства, час від часу модернізуються зі зміною технологій. Саме такий етап спостерігається останнє десятиріччя. На зміну традиційним збройовим металам все ширше приходить пластик. Конструктори змагаються у зменшенні віддачі та поліпшенні комфорту пострілу. А споживачі розгублено спостерігають за широкою пропозицією на ринку. Зазвичай, коли говорять про помпові рушниці, за визначення мають на увазі традиційні американські дробовики, що були створені між Першою та Другою світовими війнами. І лише один європейський виробник, Бенеллі, вирішив інвестувати великі фінансові ресурси у розробку нової помпової рушниці. Отже, ми розробили Бенеллі Супернова. Звичайно, це традиційна помпа з точки зору принципу перезаряджання за рахунок мускульної сили стрільця. Але подивіться на нову систему компенсації віддачі ComfortTech та революційний ресивер. Лише ця рушниця має систему MagStop. Вона дозволяє натисканням кнопки на цівці зупинити набої у магазині і легко замінити перший набій з меншою кількістю маніпуляцій зі зброєю. Погодьтеся, опція досить зручна під час полювання, коли ви не впевнені у тому, який звір на вас вийде. Якщо замість зайця ви зустріли дикого кабана, ви можете швидко замінити боєприпас і бути повністю готовим до вашого найкращого мисливського дня. Це помпове оружие компанії Бенеллі. Модель Супернова Тактикал. Вообще, о модели Супернова можно сказать следующее. Если в мире автомобилей есть поговорка, что есть автомобиль и есть Мерседес, то Бенелли Супернова – это Мерседес в мире помповых ружей. Это безусловный лидер по техническим решениям, по конструкции ружья, потому что все, что есть в Бенелли Супернова в комплекте, не представлено ни в одном другом ружье в мире. В данной модели установлен телескопический приклад, то есть это как бы младший брат Бенелли М4, но в помповом варианте. Фактически, вот эта модель, она создана больше для силовых структур. Она имеет короткий стволик, имеет планку Пикатинни для установки электронных прицелов, регулируемый приклад, пистолетная рукоятка. Что в этом ружье такого особенного, чего нет в других ружьях? Первое и одно из основных. В этом ружье лоток для заряжания патронов в подствольный магазин как бы залипает, есть такой термин. То есть во всех остальных, практически всех моделях, почти, с редким исключением, лоточек всегда остается под пружиной. И заряжать его не совсем удобно. Здесь длинный патронник, который создан под патроны Super Magnum под 89 мм. Это значит, что ружье создано под мощные патроны, соответственно, у него серьезный запас прочности. Качество металлов, которые используются для изготовления ствола и магазина, очень высокого уровня. То есть это ружье практически не ржавеет. Ствольная коробка. Здесь решение тоже инновационное, потому что сверху это пластик, внутри идет стальной каркас. Чем это хорошо? Полимер, армейский полимер, он не такой холодный, как металл. И, соответственно, в зимнее время стрелять из такого ружья гораздо комфортнее, потому что если вы его берете голыми руками, руки не липнут к металлу.
Вот. При этом жесткость и прочность этой ствольной коробки очень большая. То есть стальной каркас держит очень хорошо все нагрузки. Ружье абсолютно надежно. Бинелли Супернова легче заряжается, оно не подводит. И вот все время, пока я пользуюсь этим ружьем, на тренировках, на чемпионате Украины, на чемпионате мира, по вине ружья не было ни одной задержки. То есть оно очень надежное, что для меня, как для практического стрелка, очень важно и дает преимущество. То есть если вначале важнее стрелок, его навыки, то потом уже без соответствующего ружья, без конструкции уже трудно что-то улучшать. Італійська компанія Benelli таки змогла здивувати стрільців випуском своєї нової помпи Benelli Supernova. Поєднання видатних бойових якостей і сучасного дизайну завжди відрізняли рушниці цієї зброярні. Вишуканий зовнішній вигляд, подекуди незвичний відхід від традицій утилітарності – це відразу виділяє моделі компанії поміж інших. Конструкція ударно-спускового механізму модульна. Находится в пластиковом корпусе и позволяет с точки зрения спортсменов делать определенные доводки, но эти доводки сводятся всего лишь к легкому подтачиванию входа в магазин для легкости заряжания патронов. В остальном это ружье с точки зрения спортсменов не нуждается в так называемом напилинге, то есть его не нужно доводить. Это фактически уже венец мысли помпового рынка. И придумать что-либо принципиально новое в ближайшие, ну как минимум 10 лет, наверное, уже не представляется возможным. Что касаемо конструктива, то это традиционная конструкция Benelli. Предохранитель установлен в пределах рамки спускового крючка. Очень удобен, интуитивно находится пальцем. Ударно-спусковой механизм этого ружья модульного типа. То есть, по сути своей, при разборке ружья модуль ударно-спускового механизма вынимается полностью. Как правило, он практически не нуждается в чистке. То есть легкое смазывание и протирка этого достаточно для того, чтобы ОСМ работал долгие годы и с большими настрелами. За счет конструкции лотка, за счет того, что тут особая конструкция ОСМ, его намного легче заряжать. И патроны буквально влетают в магазин, и что дает тоже преимущество при зарядке ружья, что в практической стрельбе очень важно, потому что 50% успеха зависит от скорости заряжания, от удобства заряжания ружья. Данная модель, она достаточно узкоспециализирована. По сути, она малопригодна для охоты на птицу, потому что здесь короткий ствол, он не имеет чоковых сужений. Вот, соответственно, он очень ограничивает стрелка в дистанции применения боеприпасов. То есть это только короткие дистанции. Да, этим ружьем можно охотиться, но, как правило, это либо загонная охота с пулей, либо картечью, либо это стрельба птицы, если человек охотится с таким ружьем, на близких дистанциях. Из-под собаки, либо рядышком с этим. Это тоже Benelli Supernova, но вариант исполнения немножечко другой. Supernova Comfort. Чем она отличается от Supernova Tactical? Значит, в данном ружье классическое исполнение охотничьего ружья. То есть полупистолетная рукоятка, приклад классический. Но самое, на мой взгляд, важная вещь в ружье Benelli Supernova заключается вот в этом прикладе. Здесь установлен демпфер отдачи типа Comfortec. То есть помимо широко распространенной методики использования всеми производителями эластичных затыльников, здесь используется еще система демпферов, которая снижает отдачу порядка 40%. До 40% выстрела гасится за счет приклада. То есть стрелять из такого ружья намного комфортнее, чем из всех остальных моделей вместе взятых. Исполнение этого ружья уже с длинным стволом охотничьего типа, со сменными дульными сужениями, которое позволяет и стрелять практическую стрельбу, и охотиться, и стрелять стенд. Хотя, конечно, помповые ружья спортсмены не приветствуют на стенде, но тем не менее и на охоте, и на стенде это ружье имеет право на жизнь, и все уже дальше зависит от мастерства стрелка. В чем еще прелесть этого ружья? Оно позволяет, как и эта модель позволяет устанавливать удлинители магазина. То есть, по сути своей, для практического стрелка это очень важно. Мы увеличиваем емкость магазина, таким образом появляется тактическое разнообразие в количестве и длине заряжаемых боеприпасов. Вот данная модель, наверное, самое длинное исполнение, которое может быть, здесь у нас ствол 71 см.
установлена уже дополнительно владельцем светособирающая мушка, установлен удлинитель. То есть здесь емкость магазина 12+1. Да, для охоты этого много, потому что баланс ружья при полностью заряженном магазине перемещается вперед. Но для спорта это важно, и мимо этого никак не пройдет. Вот эта модель Tactical подразумевает, что здесь уже сразу установлена планка Picatinny. На спортивном варианте такого нет, установить можно, но в принципе и необходимости. Значит, установка сюда электронных прицелов позволяет при использовании этого ружья силовыми структурами использовать электронные прицелы, облегчающие прицеливание, или же возможность стрельбы ночью, или же установку каких-то предобъективных насадок. Бойова зброя перевіряється на війні, а спортивна – під час офіційних змагань. Це аксіома. І тут Супернова залишила далеко позаду усіх прихильників класики у класі стандарт-мануал. Как показывает опыт украинских стрелков и мировых стрелков в практической стрельбе, помповое ружье Бенелли в своем классе лидирует безоговорочно. То есть топ-20 стрелков на чемпионате мира, как правило, это больше 50-60%, это все стрелки из Бенелли Супернова. Еще треть – это итальянцы-традиционалисты, которые не хотят слезать в Бенелли Нова, предыдущей модели, но это тоже компания Бенелли. Всего лишь там 2-3 ружья на двадцатку, первую двадцатку, приходится на других производителей. Как ни странно, в связи с подъемом практической стрельбы в России, туда же влазит и МП-133. Конечно, по конструкции это приблизительно как Калашников и модерновые винтовки нынешние европейские, но тем не менее работает. Несмотря на то, что ружье практически совершенно, мною были произведены такие доработки. Во-первых, я установил удлинитель. Это позволяет иметь на старте максимальное количество патронов, максимально разрешенное количество патронов. Также я добавил силиконовый затыльник, так как я невысокого роста, у меня как бы короче руки, чем у стандартного стрелка, поэтому мне важно было уменьшить длину ружья. Этот затыльник укорочен, что позволяет лучше прикладываться, быстрее вскидывать ружье. Дополнительно я поставил тефлоновый подаватель, который уменьшает трение и делает подачу патронов более плавной. Еще здесь установлена светособирающая мушка, которая позволяет легче прицеливаться, быстрее находить мушку при прицеливании и быстрее переносить огонь. Я сначала боялся, что будет не так удобно стрелять, как с винтовочными прицельными приспособлениями, но на самом деле очень быстро привыкаешь, и темп стрельбы даже возрастает, особенно по металлу, потому что не приходится совмещать мушку и целик, а просто вылавливаем мушку и стреляем. Регулируемый приклад позволяет работать с этим ружьем в разное время года. То есть, если классический приклад, он подразумевает, что кладка всегда одинакова, и если на вас зимой много одежды, летом меньше одежды, приходится перенастраивать руки, если вы часто стреляете. Здесь это ружье позволяет поступенчато регулировать приклад. Таким образом, если у вас рост маленький, руки коротенькие, то можно приклад сделать поменьше. Если вы высокий, с большими руками, длинными, приклад ставите на максимальную длину. Если это силовик, работает в бронежилете, он может уменьшить длину приклада. То есть вариативность приклада здесь тоже имеет очень большое положительное свойство. Затворная группа разбирается просто. В принципе, по поводу сейчас это делать не очень комфортно, но принцип простой. То есть выбиваются два пина, вынимается ОСМ, вынимается затвор. Чистится легко, и самое важное, что качество покрытия стволов здесь очень высокого уровня. То есть хромированные стволы, хромированные патронники, настрел этих стволов в разы выше, чем у обычных ружей рядовых производителей. Цівка – це фірмова ознака Супернови. Вона порівняно довга і має аутентичну дизайнерську форму. Вона однаково зручна для стрільців з різними антропометричними даними і дозволяє використовувати різні хвати для перезаряджання зброї та ведення вогню. Конструкція цівка Бенелі Супернова тоже имеет свое революционное решение. Здесь у нас есть кнопочка, которая позволяет стрелку при необходимости разрядить патронник, не досылая патрон из магазина. Это очень актуально для охотников, если они используют помповое оружие. Либо для сотрудников службы безопасности, если у них идет транспортировка оружия в машине.
Потому что, как правило, транспортировка с патронов в патроннике всегда чревата случайным выстрелом. Здесь при открывании цевьё, по открывании затвора, когда вы тянете цевьё назад, вы нажимаете кнопочку, открываем цевьё, при этом вынимается патрон из затвора, но не подается из магазина. Ні в одному другому помповому ружі я такого не зустрічав. На відміну від інших рушниць, Benelli Supernova використовує затвор з поворотною личинкою. Запирання каналу ствола здійснюється на два бойових упори, що є безпрецедентним у класі дробовиків. Хоча з іншого боку, максимальний заряд до супермагнуму має витримати не лише стрілець, а й зброя. Конструкция затворной группы. Запирание на боевые упоры производится поворотом личинки затвора. Боевых упоров здесь два. Упоры очень мощные, поэтому в случае, если вы не дозакрыли затвор, выстрел не произойдет никогда. Потому что для срабатывания ударно-спускового механизма нужно полностью закрывать затвор. Только тогда боевые упоры проворачиваются, закрываются на посадочных местах на стволе, замыкается намертво система и происходит выстрел. В противном случае выстрела не будет. То есть инерционный накол тут тоже не происходит, потому что конструкция, ну, не позволяет этого сделать технически. Экстрактор здесь один, правосторонний, мощный, но дополнительно для экстрактирования гильзы внутри наствольной коробки установлен специальный зуб толкателя. То есть он подпружинен, соответственно, за счет подпружиненной конструкции работоспособность этого узла намного более длительная, чем у традиционных прикрепленных жестко к ствольной коробке, например, как у Мосберга. Вот. Поэтому, если честно, компания Benelli предусмотрела все, что можно предусмотреть, и в это ружье уже, наверное, сложно что-то добавить. Універсальність італійської помпи підтверджується і великою, як для однієї рушниці, номенклатурою стволів. Вона починається з короткого кульового ствола у 18,5 дюймів, далі йдуть стволи у 24, 26 і навіть 28 дюймів, які устатковуються змінними чоками. А на сьогодні все. Команда «Арсеналу» разом із спонсором програми «Мережею збройових супермаркетів «Ствол» зичить вам усього найкращого. Тримайте порох сухим!